Сделать капремонт сейчас и не ждать 10 лет – такая возможность появилась у самарских управляющих компаний ТСЖ. Изменения в жилищном кодексе позволяют открыть специальный счет в банке и перечислять туда взносы за капремонт. Это позволит не участвовать в так называемом «общем котле», когда жильцы одного дома фактически финансируют ремонт другого. Такой счет в Самаре уже открыло 351 ТСЖ. В Российской Федерации уже есть успешный опыт кредитования капитального ремонта. Это опыт Ростова-на-Дону, где работают банки, которые имеют опыт выдачи кредита на капитальный ремонт ТСЖ. Идея кредитования капремонта особенно актуальна сейчас, во время подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы все, как жители, платим в фонд капитального ремонта. Но очередь до капитального ремонта этих домов доходит через 5 лет, через 10, через 20. Мы готовимся к чемпионату, и у нас из 2120 домов, стоящих на гостевых маршрутах, половина требует ремонта. Сегодня сделать этот ремонт, а потом уже дальше с банками расплачиваться. Возможность выдавать кредиты на капремонт уже предоставляют несколько банков в Самаре. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».